продемонстрируем еще раз вот этот прием для грудного отдела, да? Когда вот ты делал вот так вот к стене человека ставил, да? Можно, например, вот так поставить, вот голову вниз нужно. Можно еще вот так вот, руки прямые. А ты когда давишь сюда, играют эти или не или эти же, куда давишь? Куда давишь, правда, что играешь. Теперь вставай на локти. Я для демократов. Да, да. Чего? У тебя массаж, что там, это самое? Да, работает. Нет, это самое. Да, что ли? Ну, массаж, да, поскольку. Там Валера сейчас идет. Через 45 минут получается. Примерно. Давай. Хорошо, да, давайте. Опускай голову вот так вот. Вот, и мы только что мы поставили седьмой шейный. Вот, а шестой остался. Вот, пощупай. Вот. Ну, они вот, вот они, связки идут, да, взяли. А мы, наш парень, не догоняем сейчас. Ну, просто до этого не щупал. Вот этот вот. Поставили на место, вот это не до конца. Шестой. Ну и вот так сейчас тогда. Давай попробуем так, я просто еще один способ покажу. Ну давай, пока я твой посмотрю. Соответственно, и он вышел влево, да, значит, надо повернуться вправо, вот туда. Захватывает плечо. Расслабь. Так вот, в ту сторону. Ну, мы уже настолько проманипулировали. Уже не движется. Теперь на поясничный отдел. Ложись. Да, ложись полностью. Ну, здесь тоже по-разному можно. Сейчас покажу через тряпочку. Так, вот он. Один позвоночник пошел влево, а вот этот вправо. Здесь болит, да? Вот этот сюда вышел, повернулся. Вот этот вот. Так вот стоит чуть-чуть. Ну, влево. Да, вот так стоит, да. О, да, заболит. Ой. Да, не оба, получается, один вот так вот шел вправо, другой вот так вот влево. Да. Соответственно, нам надо верхний позвонок работать его вверх, при этом нижний. Когда он пойдет растяжение, нижний подправить. Вот сюда, вот в сторону. Сейчас еще раз нащупаю. Здесь, да? Да. Скажи, голову поднять немножко. Вот. Вот, наверное. Да? Так. Ой. Ближе. Выдохнули, еще раз расслабились. Вот, а теперь вставай на коленки. Перпендикулярно столу. Да. Перпендикулярно руки. Нет, да, на локте. Вот, я попытаюсь прогнуться полностью вниз, всем корпусом. Не, корпус так вот, расслабляй спину, расслабляй, прогибайся, как кошка. Прогибайся. Вот тут этот прием может довести до очень болезненного, я просто так сейчас не буду делать. Но зато тут легче как раз поясницу прощупать. 290 кринам здесь. Помнишь, мы ее на локте ставили, да? Тебе просто инверсия с этой стороны, на обратной стороне. Прожимаем. Потерпи чуть-чуть. Так. А теперь руки вперед выпрями. На коленках продолжи стоять. Ага. Так вот. Все, можешь вставать обратно. Лечится не спит.
первого раза. Ну давай еще поворотом сделаем, да? Давай. Ложись на бок. На любой бок. На любой, да. Сначала на один. Это как себе. Это выпрямим. Голова лежит расслабленно, все полностью расслабляется. Нет, что-то я ослаб, что ли. Так, теперь это надо чуть повыше. И вот так вот можно за счет этих движений уже, во-первых, продемонстрировать, да, где что-нибудь так плохо шевелится. Ниже, ниже позвоночник щупаю. Выше поднимаю колено, выше щупаю. Сюда на колено и вот так в растяг его. Ну да, попробуй. Вот без суваного. Он спортсмен, он гнут, гнется, молодец, да, лежи, просто расслабляйся. Вот есть люди, которые очень зажаты, с ними тяжело. Раскачать его? Да, можно раскачать, давай. Действительно слабо, он все-таки свешивал его туда. В сторону. Так, да? Ага. Так, попробуешь сам? Отсюда или оттуда? Отсюда. Чтобы больше опыта было. Это ногу здесь держим, голова лежит. А это ногу рукой захватывает же или нет? Да, да, рукой захватывай. О, он у него сам уже сейчас. Я просто стол подержу, вот иди стол. А был же щелчок в самом начале же, когда он сам вообще. Да, он сам чик повор при повороте встал. Теперь выше ногу чуть-чуть. Держи, ну расслабь, ногу расслабь. Держи, держи, но расслабь. Просто развеси, расслабь. Вот, смотри, как он корпус хорошо поворачивается, он прям плечами полностью лежит. Ну, вообще шикарно, молодец. Вот, а здесь я давлю не на скручивание, то есть то, что ты делал. Ты вот в этой плоскости крутил, да? А теперь я добавляю сюда один поворот вот туда, по диагонали. Вот в эту точку, видишь, мы убираем. Так, держим ее. Хрустит. Уже тяжело, да? Вот. Ну хочешь попробовать просто? Да нет, просто. Просто чтобы руки поставили, чтобы моторика запомнилась. Ага, вот сюда в эту кость. Да. И давишь, смотри, я захват делал не рукой уже, а полностью все есть корпус. Ага, понял. Вот тебе надо, да. Вот. То есть получается движение вот такое на растяжение. Ну понял я. Отсюда вот, пошел здесь. Вот так. Реберную взял все это. Да, здесь да, его да. Повел. Да. Он вообще. И также компрессия же убирается. Вот тоже, все. Да, убирается, да. Все, можно вставать. Отмучился. Спасибо. А те, кто нас смотрели, да, вы смотрите нас в следующий раз. Мы покажем еще кое-что интересное. Еще новые видеоролики о том, как можно применить прием мануальной терапии для коррекции своего позвоночника и позвоночника ваших пациентов. До новых встреч. Смотрите нас на канале YouTube. Да? Да. Ставьте лайки, это пальцы вверх. Да. Все. Классно. Пока-пока. Классно, понравилось? А, ну подожди, ты скажи, что ты почувствовал, как ты вообще себя ощущаешь? Я был у многих врачей, как вот и массажистов, но на самом деле, то есть. Есть чем сравнить. Есть, да, отлично. То есть я еще придумал. Ну, ты так вообще вот встань сейчас, ты такой почувствуешь, что там у тебя легко, там есть телевизор, крутится, вертится, да? Нормально. То есть надо ходить, да? Чтобы я ну, с первого раза. Да, не конечно, не во-первых, это все не за один раз. Да. Так, полотенце твое. Да. Так что подготавливайтесь и приходите к нам на нашу обучающую программу. До новых встреч. Включаем.